Давайте предположим, что с завтрашнего дня у вас будут серьезные изменения в вашей обычной ежедневной рутине. Например, у вас предстоит какой-то незапланированный выходной или же отпуск и горящая путевка. И в приложении Time Planner нет необходимости удалять вручную каждую запланированную активность. Давайте я вам покажу, как легко и просто можно очистить свое расписание в некотором диапазоне нескольких касаний экрана. Я сейчас нахожусь во вкладке «Расписание» в режиме «Месяц» и, допустим, выделю завтрашний день и нажму большую фиолетовую кнопку «Плюс». И запланирую активность для категории «Путешествия» и выберу тип события. И выберу или праздник, или выходной, потому что именно для этих видов событий у нас есть особый диалог. Вот, праздник, да, для меня всегда праздник, поездка куда-то. Утром это будет, завтра. И сохраняю. Как только я нажала кнопку «Сохранить», у меня вот здесь есть особый диалог для очистки расписания, где я могу выбрать, допустим, какие именно типы активности хочу удалить. Я хочу и разовые, и повторяющиеся. И здесь можно задать дату или диапазон. Я задам диапазон до конца этой недели. И здесь можно выбрать категории, именно какие я запланированные активности этих категорий хочу убрать. Я могу какие-то выделить или выбрать все. И точно так же я могу снять выделение из некоторых, потому что я, допустим, хочу, чтобы они остались, например, вода и зарядка, да? Применяю и нажимаю «Очистить». Как вы видите, вот на эти следующие дни очень очистилось расписание. И очень легко и просто с такого пустого расписания теперь планировать, что я хочу делать в отпуск. У меня все, а вам приятного планирования!